Бананы для енотов, орешки для белок, капуста для страусов. Неравнодушные жители Кемеровской области теперь знают, что по душе животным местного зоопарка страусиное ранчо, и с радостью привозят еду для попавших в беду братьев меньших. С введением мер против распространения коронавируса зоопарк потерял свой единственный доход с продажи билетов и кормов, за счет которого обеспечивалось пропитание животных. Владельцы зоопарка обратились за помощью к жителям региона через свою страницу в Инстаграм. Дети тоже не остались равнодушными. Школьники 2 класса собрали небольшую сумму и прислали на счет зоопарка. Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета «Астана-Опера» продолжает радовать любителей искусства, даже находясь на самоизоляции. Музыканты не смогли сидеть дома без дела и решили сыграть увертюру из знаменитой оперы «Кармен», используя не только свои музыкальные инструменты, но и смартфоны, а также компьютеры. Эксперимент удался, и теперь коллектив работает над более масштабным проектом. Музыканты «Астана-Опера» хотят объединиться с коллегами со всего мира и исполнить в онлайн-режиме «We are the champions» группы Queen. Корпорация по производству средств для скорой помощи представила умный шлем с камерами, который позволит медикам измерять температуру с безопасного расстояния. Как рассказала о данном устройстве сотрудница службы скорой помощи Эмиратов Айша Эль Балуши, в зависимости от задачи шлем может измерять температуру одного или нескольких пациентов. Чтобы выполнять такие задачи, в прибор встроили сразу две камеры. Та, что сбоку, определяет температуру, в то время как верхняя показывает общий вид территории. Картинка отображается на экране внутри шлема. На случай высокой температуры есть микрофон и сигнал, который оповещает об угрозе медработников. Умные шлемы уже внедрили не только в больницах Дубая, их используют полицейские, чтобы измерять температуру пассажиров в общественном транспорте. Екатерина Токамбаева, Кенжибек Максатулу, «Пирамида».